Кабинет министров одобрил повышение минимального размера оплаты труда. С нового года он увеличится до 85%. Принятие документа позволит довести к 2019 году минимальный размер оплаты труда до величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Соответственно, данное решение будет способствовать обеспечению повышения заработной платы. По данным Минтруда, за последние два года МРОТ увеличивался трижды. В итоге в 2017-м по сравнению с 2015-м количество граждан, которые получают заработную плату меньше прожиточного минимума, сократилось с 5,5 миллионов до 4 миллионов человек.